Кот как нос спрятал. Смотрите, как нос спрятал лапкой. Это значит к морозу. Завтра холодно будет. Вот он наш синоптик. Спит родной. Около меня здесь. Мой котик вот так любит лежать около меня. Он когда-то был маленький котик, ложился всегда передо мной и компьютером. Ну или между ноутбуком и чтобы я тут сидела. Сейчас он уже большой котярка стал, не вмещается. И вот видите, как лежит бедненький. Места мало ему. Ну мой хороший толстоморденький лежит. Хороший котик. Вот так. Где-то был в стайке. Воняет стайкой. Ну, не стайкой он воняет, а коровами. Он там к соседке бегает. В стайку. Там у них кошки собираются, подружки. Вот ты что такое? И вот там они сидят.